день, дорогие друзья. Добрый день, уважаемые радиослушатели, YouTube-зрители. Мы находимся в центре Сан-Гейтс. Меня зовут Майкл Мелехов. И рядом со мной сидит легендарная, уникальная личность Элла Арбит. В чем ее уникальность и легендарность, мы сейчас будем беседовать, сами поймете. То есть это человек, который стоит рядом с Богом, который беседует с Ним. Это человек, который уже доказал, не на словах, а на деле, и востребован во многих частях, в данном случае мы говорим про Соединенные Штаты Америки. Ну, одна из не очень частых, скажем, поездок к нам в Чикаго дает возможность пообщаться нам с Эллой, и давайте мы тогда приступим. Ну, я думаю, что... Здравствуйте, я думаю, что Миша просто очень-очень удивительно скромный человек, потому что он не зауряден в каком плане. У нас с ним произошла очень сильная беседа с Богом, как бы через третье лицо. Миша вознесся, я сделала это неожиданно вместе с ним, понятия не имея, что будет за этим всем стоять, я просто его за руку взяла. Ну, на самом деле, я представляю себя всегда в роли ученика. Я этому, слава Богу, научился. И я считаю, что любой человек должен быть учеником, поскольку наша жизнь – это путь познания. Ну и главное, конечно, кто нас учит – это Бог. Ну и сегодня я нахожусь точно так же в положении ученика, и точно так, как я находился в прошлую пятницу, когда вот мы беседовали, и когда произошло, как Элла говорит, вот это событие. Вознесение, это было вознесение. Да. Но расскажите, о чем идет речь, чтобы нам было понятно наше. Да, вы были учеником у своего собственного «я». А, ведь вы решили сделать такой момент для себя, жизненно необходимый в принципе. Почему в принципе? Потому что в ракурсе моего понятия о том, что происходит, была нулевая подготовка. Единственное, что вы были незаменимы мне за этот год, и Бог просил, так как идет Ханука, идут новогодние праздники, зайти к вам с вашей супругой поздороваться, еще раз поблагодарить. Вот с чего и началось, мы все сидели за круглым столом, пили чай в Сан-Гейтс-центре, и я начала с того, что начала благодарить от Бога, потому что Бог во мне сидел очень тепло, вас за вашу лепту, которую вы внесли, помогая мне пройти этот путь. Это был сложный путь, в какой степени? В той степени, что мне сложно быть в трех штатах, но я успевала все, благодаря тем помощникам Бога, которые Бог мне дал для работы со мной. Я не со всеми разговариваю, меня не берут на работу, я выбираю тех, которых выбирает Бог. В какой-то момент, даже не помню, абсолютно не помню, я, по-моему, была, ну, когда ты с Богом стоишь, ты абсолютно свободен как человек, и ты не помнишь, я не помню даже разговора. В какой-то момент, я помню, вы, Миша, как бы собрались с мыслью, я чувствовала, что Бог открывает абсолютную часть меня, ту, которую Он входит, то есть Бог вошел в меня, с другой стороны, я в плацебо стою, и я, для меня это был призыв к обету, обет к человеку. Но у меня настолько это отрегулировано, что я уже за все годы практики клинические и спиритуально помогаю людям. Слава тебе, Господи, закрылся сегодня проект 3,5-летней давности. Буду об этом говорить. Это идеальный был момент для вас успеть закрыться в этом проекте и стать частью интернациональной истории, как Бог говорит. В чем заключался сам проект? Потом поговорим. Все-таки вопрос... той ненаивной душе вашей, которая смогла сделать самое незаурядное, что человек просит от человека подняться к нему. Ведь так много проблем в жизни. А для чего мы вообще живем на свете? Мы живем для таких моментов. Вдруг я почувствовала, просто вам дала руку для поддержки. Вдруг я почувствовала, что я зрением вижу облик человека. Я видела, вы вышли из себя. Вы вышли на 3/4 вперед, вот мне Бог подсказывает сейчас. Это не был малограмотный момент, ваша душа умеет восходить, но в сознании вы никогда не восходили. То есть моя рука вам дала момент конкретности. Я с Богом, между прочим, не то потому, что я люблю себя, или почему я это сейчас говорю, я создала конкретный механизм внутри себя. Мне кажется, этот механизм помог вам
взойти. И Бог мне говорит, да, сейчас я тебе скажу, правда, так оно и было. То есть папа стоит перед нами сейчас буквально, даже чувствую тепло на своей щеке. Вы начали описывать, опишите ваши чувства. Я помню, как вы сказали, что вы вошли в луч оранжевого света. Я говорила внутренне, ваш Бог мне в какой-то момент, потому что мне было страшно, я боялась, никогда такого случая не было, в сознании, что человек вошел прямо во время разговора, в пылу любви, страсти к Богу, и взошел на разговор по-человечески. Я такого никогда клинически не видела, незаурядный момент, стоящий назвать его такими словами. Но вы пошли говорить, в какой-то момент я кодом у себя, как от вашего сердца, получила знак внимания к себе, и закодированная от Бога мысль пришла, я услышала, потому что у меня вибрационное синхронное ухо, я в порядке. Потому что я внутренне спросила через свое сердце, как пророк, все ли в порядке, отец. От вашего сердца, через дугу любви, через кристаллиновую энергию, пришла заветная словесная информация, говорящая, я в порядке. Я успокоила свое сердце, потому что нельзя угнетать мою душу тоже, я соединена со своей душой и сердцем. И вы продолжали говорить с Богом. Клинически я могу сказать, восполнить, может быть, какой-то вариант, который вы не знаете. Я увидела, я пришла потом к вам на передачу, чтобы мы были в записи, я увидела какую-то другую структуру поведения даже у вас. Я спросила Бога. Он переписал вашу первую чакру. Он не хочу восполнять слишком много, это больше, может быть, для вашего собственного уха, но вы вернулись с каким-то даром. Раньше, мы когда с вами делали передачу о клинической смерти, люди уходили, теряли сознание, чтобы вернуться с подарком каким-то. Это описано многократно в истории человечества. Вы в живом смысле пошли, что очень, откровенно говоря, это уровень огромного значения. Это как гуру уровень. Это и есть гуру уровень. Это самостоятельность человека, которой вы обладаете, которая должна быть искренне описано, которое должна быть помножена, нужно объясниться между нами и рассказать другим, как это делать. И, может быть, будет случай рассказать другим, показать другим и еще раз попробовать. Это сентиментально, это очень сентиментально, это актуально, потому что вы пошли за советом и вернулись. А какой лучший советчик для нас, для всех? Ну, вот в том-то и дело, потому что... Опишите в своем мнении, как это у вас происходило. Если вы помните, если синхронно где-то записана эта информация у вас лично, а Бог говорит, на геноме она записана, эта информация, потому что вас держал энергетический геном с правой стороны, чтобы двери вот, ваши все не закрылись, он говорит. Мы должны понимать о том, что, в общем-то, находясь в этом материальном теле и руководствуясь нашими всеми материальным миром, а это только начальная стадия нашего существования, поскольку есть такое понятие, три единства человека, тело, дух, душа, тело, ум, душа, и ключевое слово здесь душа, душа или дух, то есть это духовная составляющая, о которой, в общем-то, не очень многие знают или даже верят. Так вот, Будда, скажем, учил нас о том, что мы должны выйти совсем на другой уровень сознания и понимания самого себя. Для этого надо понять, кто мы есть. Мы не есть не просто тела и не просто материальная составляющая, а мы все-таки духовные существа. Но это все сокрыто и скрыто под глубоким слоем вот этого гарбич, вот этого мусора, которым наполнена вся наша жизнь с момента рождения, поскольку нас этому не обучали, естественно. Ну вот сейчас мне отец говорит, и я вижу Будду, который стоит рядом, все они стоят, между прочим, сгусток любви и энергии здесь, что это часть Бога. Тот, который смело пошел так, вы стали частью, интеграционной частью божественного своего Я, которое умеет подойти магнетически к самому Владыке. То есть знаете, на каком уровне вы автоматом пошли? Я просто сердце ваше держала своей рукой, сознанием своим. Это единственное, что нужно было сделать, поддержать это сердце, великолепное сердце. На самом деле есть, скажем, источники, древние источники, и Священная Библия, и Веды, и Торы. Везде описано одно. Мы обладаем качествами Бога, мы сами и обладаем качествами. Примерно на 3/4 качеств у нас есть. Вы были в активной форме? Да. Вы были в активе, то есть вы подтверждение своих собственных слов. Да, без сомнения. Поэтому первая стадия, с чего надо было бы начинать,
понимание самого себя – это своего рода медитация. То есть надо просто сесть, успокоиться, убрать, попытаться, ну не то что убрать мысли, это невозможно сделать, но попытаться отрешиться от всего того земного материального, где мы постоянно находимся, иначе у нас шансов очень немного и соединиться. То есть Бог говорит «дать согласие», вот да. Отец подсказывает, то есть «дать согласие». Надо просто согласиться с тем, что мы не тела. То есть мы, да, внешне мы не обладаем зрением, мы видим в зеркале, мы видим, смотрим другого человека, очертания, то есть это тело. Но даже за пределами тела есть люди, вы, Элла, вы видите ауру. Вы неоднократно делали, это было прямо на картинках видно, аура человека, если это сделать, это уже тонкие тела, но это еще не духовность, это еще только это физическая был, составляющая. Это был ваш Бог внутри вас, который согласился с мнением Бога вне вашего сознания, то есть вы несознательно это сделали, это был уровень создания. Да, но надо быть готовым для того, чтобы туда пойти, надо быть готовым. Вы были, вы дали согласие, вы были, вы выбрали этот путь. Как минимум надо эти вопросы понимать, как минимум надо сказать, я могу знать то, чего я не знаю то, чего считается, что мы все знаем. То есть я знаю, что я ничего не знаю, как говорил Сократ. Вот. И тогда у нас есть возможность этому научиться. Есть люди, вот Элла Арбит, одна из таких людей, которые могут помочь. Которая помочь соединению, она уже прошла многие этапы, чуть ли не все этапы. И она находится рядом и беседует, непосредственно беседует. Ну, в истории мы знаем, есть люди, которые... беседы с Богом, мы знаем такого Нил Волш, который так и написал много книг, беседы с Богом. То есть есть такие люди, которые беседуют, но и они, естественно, раз они беседуют, они спрашивают советы и дают помощь другим, протягивают руку помощи другим людям. То есть я в этом плане был учеником, но учеником может быть подготовленным, я бы так сказал. То есть все-таки путешествия в разные... и экзотические, в том числе, страны, я как-то готов, ну, как минимум, морально я к этому готов, да и физически, наверное, готов. Просто, конечно, есть законы материальные, которые мы не можем убрать у себя, мы существуем в этом мире, мы не можем выйти за пределы физического мира физически. В создании возможно, в создании. Да. В создании. Да. Интерпретация нужно все время опираться на что? На что мы до сих пор знали, потому что сейчас идет новый век. Век опознания всех тех пределов и границ, которые могут быть откровенно открыты Богом. Все изменилось, дорогие друзья, все абсолютно изменилось. Считается, что мы уже в 2012 году, мы об этом уже говорили, это не конец света, понимание того, что мы все умрем, это конец света того старого света, который умирает. Наши клетки обновляются, это мы знаем, каждые 7 лет. Поэтому мы каждые 7 лет становимся новыми людьми, просто это происходит очень незаметно. Так вот, мы уже находимся сейчас в другом времени, в другом сознании, в другом понимании, и люди, в принципе, готовы к этому. Те, кто хотят этому научиться, без всякого сомнения, пожалуйста, обращайтесь к нам. Я думаю, что Элла с удовольствием примет тех людей, которые обратятся к ней за помощью. Вы, кстати, это можете сделать... прямо у нас на канале sungatecenter.com, sungatefreddy.com. Вы можете непосредственно к Элле Арбит обратиться, она очень известный человек. Буквально через несколько недель она собирается ехать опять в другой штат, где ее очень и очень ждут. И где тепло, кстати. Вот. Клеткам необходимо быть, да? Да, кстати, желающим... мы можем приобщиться, присоединиться. В любом случае, дорогие друзья, я уже получил приглашение посетить, а там тепло. Там тепло. Там тепло, да. Вот такой был интересный опыт. Я думаю, что это только начало, на самом деле, потому что дорога осилит идущий, как мы знаем, но дорога очень длинная. Дорога к познанию самого себя, она... не проходится очень быстро. Есть, конечно, люди, которые, таких немного было, которые получили просветление. Но даже Будда, который получил просветление, еще 40 лет обучал людей, как надо себя вести и понимать, кто мы и есть. Поэтому я, во-первых, Элла, очень благодарен вам за то, что вы мне помогли в этом плане. И это действительно был опыт. Это был опыт общения с
со своим высшим я. В этом-то и наше предназначение, понять, кто мы есть, свое высшее я. Единственное, что я бы добавила, я не знаю, ли у нас хватит... У нас еще есть пару минут. Бог пришел утром ко мне и говорил со мной о милосердии. Потом, как казалось, вам говорили, что у вас будут какие-то перемены в феврале. Да. Да. И я, не зная этого, только со слов Бога услышала, что в феврале будет ненадежный момент, а в марте Бог меня будет просить к вам прийти. И Бог сказал, давай сегодня это сделаем. Я сказала, папуля, обязательно. И я прилетела прямо к вам в центр, не понимая о том, о чем вы знали. И... То есть то, что предшествовало, не касалось меня. Но то, что Бог, давайте не будем искажать мнение его, проявил милосердие, но на каком уровне от вашего Бога к нашему владыке была одна линия. Все остальное ушло. То есть он снял с пути невзгоды, дал вам новое начало в этом году, то есть не дождавшись неземных таких побед, которые можно обойти стороной, Бог решил помочь вам в таком, я бы сказала, клиническом смысле. Я полагаю так, в общем-то. Дело в том, что вы абсолютно правы, это многие из нас знают, мы говорили много раз, но мы живем в очень непростое время. И очень непонятные события для нас, мы к этому не привыкли, таких еще не было на нашей памяти. Будут эти все вещи происходить. Они не будут, многие из них будут негативными, многие прямо скажем, то есть это погодно-климатические условия будут меняться, они уже меняются. Будет меняться сознание людей, оно уже меняется. И люди будут, многие уходить, те, которые не принимают вот эту концепцию триединства и духовности человека, они, к сожалению, вот так будут уходить. Но это не значит, что они уходят и на этом все заканчивается. Просто заканчивается тот путь, на котором они стоят, потом будет другой путь, естественно. Поэтому... Есть возможность сейчас, вот у меня, допустим, вот такая возможность сейчас появилась, подготовиться к каким-то переменам. Когда слово «подготовиться», мне сразу, у нас есть реклама на радио, надо подготовиться к неизбежному. Что такое подготовиться к неизбежному? Купить место на кладбище. Я пока не собираюсь туда. Не-не-не. Я пока в путевку в жизнь. Дело не в этом. Почему? Почему надо... подготовиться к неизбежному, ну понятно, все мы там будем, а потому что дорожает места на кладбище, вот о чем идет речь. Бог даст. Да, но я сейчас не об этом, просто я сказал, подготовиться, дорогие друзья, к переменам, подготовиться к переменам, которые будут, без сомнения будут. Если мы будем готовы, эти перемены, ну так пролетят мимо у виска, да, но... Тем не менее, кто предупрежден, тот вооружен, да, мы же это знаем, эти вещи. Но самое главное, еще раз, мы как души, мы вечны. И независимо от того, в каком теле мы находимся, в каком состоянии мы находимся, так мы и будем. Ну, вот таким образом. Что касается души, будет очень много новой информации, которую никогда не знали. Это будут исторические моменты, когда я буду рассказывать о душе и способности духа, одухотворения и души. Как раз очень много перемен с этой точки зрения, которые не существовали раньше. Это очень добрые времена, очень теплые времена и очень актуальные во всех смыслах. Да, Элла, большое спасибо. Как всегда, было очень интересно, очень познавательно в первую очередь. И, дорогие друзья, мы рады, что вы смотрите наши программы, на них реагируете, и надеемся о том, что они какой-то отклик в ваших душах вызовут, и вы тоже начнете меняться в лучшую сторону. Всегда есть, как говорится по-английски, always room to perfection, то есть нету чего-то того, чего нельзя сделать еще лучше, еще больше, и все мы на это способны. Всего доброго! От Бога пожелание вам продолжать ваш путь, не стремиться ни к чему, к тому, что вы не должны стремиться. Продолжайте хорошую, аккуратную работу. Хорошо, будем пытаться. Спасибо. До свидания. До свидания.